Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Снэп от Марвел. Так, у нас начался новый сезон, я уже, по-моему, 10 ранг успел набрать. Но это только начало. И хотел я, знаешь, что сделать? Задание взять дополнительных. Ой, подожди, почему нет, спасибо, давай, давай. Ну что, выиграйте на локации силы 10 или меньше. Так, возьмите карт, 50 штук. Погнали. Я тебе скажу, знаешь что, как я закончил сезон этот? С 50-го места, ребята, меня скинули на 42-е. На 42-е место меня скинули. Я ничего не смог сделать. Просто меня там так бомбили. Вот так, вытяните карты и колоду. Ё-моё. Замечательно. Ну давай, погнали. Опять за свое. Мне просто интересно знать, на ком он будет играть, на какой колоде. Опа-на. Супер Скрул постоянно обладает постоянными эффектами всех карт противника. Вот этого я не знаю. Так, ну здесь мы сделаем проще, наверное, да? Заполнить эту локацию. Добавляет в вашу руку ее копию. Слушай, ну так можно тут играть сейчас. Да дофигище можно тут играть. Скрул. Нужен ли мне скрул? Давай так сделаю. Что-то он там... заполняет эту локацию. Давай рискнем. Клоды. И последних. Вот у нас здесь. Что бы сделать-то, а? Что бы сделать? Давай я сделаю вот так. Я знаю, что карты у него нет. Он сдался, ребят. Он просто сдался. Так, а у меня прокачивается песочный, да? Ну, мог бы прокачаться. По-моему... по опыту. А, ну да, опыта у него хватает, не хватает только этих. Песочный человек, Сэндман. Вытягиваем карту. Ну ладно. Так, у меня опять же, ребят, проблема. 5-5-4-3. Трешка. Так, если последняя разыгранная вами карта имеет постоянную способность, эта карта получает ее. Постоянная способность.
Постоянная способность. Что ты сейчас? Что это сейчас было? Так, при раскрытии меняет силу всех карт в локации на 3. Я, наверное, пока не буду трогать здесь. Вот так вот. Ладно, говорил, давай сделаем так. Успею я их убрать? Лишь бы хила не было здесь. Остальное, ребят, ерунда будет. Песочный человечек, да? Так сделаем, наверное. Не уверен, конечно. И последний ход. Давай смотреть. Оп, сюда его перенесли. Ну и все. Победа за нами, ребят. Победа за нами. Блин, ну по 2 балла. Что-то как-то вообще нерезонно. Так, выполнили одно из заданий. Мало всего дают, мало дают опыта, мало дают этого. Погнали. Следующий поединок. Хидок. Ну трэш какой-то. Добавляет 2 рапторов. Опа. Блин, мне бы сюда сейчас чувачка с верами. Ой, было бы вообще великолепно. Но его нет у нас. Что он там делает? Корк. Вот где он, когда нужен, а? Вот ты мне объясни. С наибольшей силой, да? Неужели он через этого Казара хочет разыграть? Что она делает? Карты, которые вы заиграете здесь, не будут раскрыты до конца матча. Которые я буду разыгрывать здесь. Я не хочу здесь ничего разыгрывать пока. Колосс. Что сделать? Как лучше сделать? Блин, при раскрытии. Я поставил здесь этого при раскрытии. Теперь ни туда, ни сюда, блин. У тебя же постоянно. Давай попробуем.
Ну давай. Просто интересно, что получится. Этого можем притянуть и этого. Да тут... А, 3-4. Некого, говорит, перемещать. Все, победили. Жалко, что 2 опять же балла только лишь заработали. Но получаем зато 11 ранг. Так, ребят, едем дальше. Возьмите карты. 25 из 50 взяли. Элли. Да ядрен Матрен, ну что вы, блин, я Халка уберу нафиг. Получает плюс один к силе. Я уберу этого Халка, потому что, ну, во-первых, ребят, я его уже давно, если честно говоря, не разыгрывал. Вообще давно. И мне кажется, что... И вот, кстати, вот это надо тоже убрать. Снимает эти постоянные эффекты. Ох, ё-моё. Плюс 5 к силе. А у меня, как всегда, ничего нету. Чё, он начинает там добору делать, да? На третьем, четвертом и пятом ходу сюда нельзя добавлять карты. Здоровски просто. Нельзя добавлять карту сюда. Плюс один к силе. Ладно, поехали, сделаем так. Ну, взял агента он, да? Разыгрывать можно всего одну карту. Черт с ним, давай. Вот эту локацию я потерял, конечно. Последний ход. Но я могу поставить вот этого. А, нет. У него же при раскрытии только лишь. Как мне тут между двух стульев удержаться, а? Сделать вот так? Ага, нифига. Блин, горел я. Короче, сдаюсь, ребят. Здесь отступать я буду. Одну карту мне всего лишь надо можно разыграть. Ему тоже. Но у него вот эта вот локация взята. Если бы здесь бы ноль было бы, я бы еще поборолся бы. А в моей ситуации я что сюда поставлю карту, что туда поставлю карту, все равно ему в любое место достаточно тыкнуть карту, и все, ребята, и он выиграет. Потому что у него локация одна взята. А знаешь, почему у меня? Потому что нет у меня таких за один, вот только агент 13. Все, ребята, остальные вон жесткие пошли. 6, 5, блин. Что мне твоя энергия? Твоя энергия мне один здесь вообще не впервалась никуда. Так скажем.
Ну и что у него там? Вот, видишь, что у него здесь? Зимний, блин, солдат. Зимний солдат. Надо что-то делать. Но это не дело, ребят. На 6-5. Надо кого-то убирать. Может быть, песочный человек. Я не знаю, кого тут лучше убрать. Все нужны, все важны. Ой, ё-моё, сижу, жду. Пум-пум-пум, 5 к силе, да? Поехали. Восемь и восемь, да, там будет? Твою налево, ну и нафиг туда. Так, ну этого уберем. Я не знаю, кого он сейчас вытянет. Так, тут Карнейдж. Остальные карты получают плюс один к силе. Вот незадача-то, а. Сколько у нас? 5 энергии, блин. Ё-моё, ну как сделать-то тут лучше? Давай попробуем так. Бредотня, конечно, получается. Не вышло, да, ни шиша, ребят? Только лишь вот из-за этого. Если бы у него не было бы вот этого двойничка бы. А то, что он дубликат сделал. Да. Я же хотел Халка убрать. Ё-моё, я хотел Халка убрать. Да фигни твои не будут раскрываться до конца хода. Или вот этого убрать. Но этот мне вручал очень часто, ребят, вручал. Опять Блейд этот лезет. Опа. Кравлера убрал. Чеви Чейз. Карта стоит на один меньше. Давай так поставим. Электро. Электро.
Добавляется глыба здесь. Давай так поставим. Давай вот так поставим. Казар. Слушай, а что если я возьму ему и подляночку подсуну, а? Твою налево, она же не сработает, она же не улетит. Ёпарасоте. Нормально я себе, ребят, подколол? Красавчик, Рэй. Че я могу сказать тебе? Давай вот так вот. Это же надо было так сглупить-то, а? Поставить, блин, на космо хоп-гоблина. Так, ну что, постоянный эффект уберем. При раскрытии? При раскрытии. Слушай, ну мы же можем вот этих же двух убрать, так ведь? Подожди, подожди, подожди. А вдруг там у него какой-то мощный чувак? Давай так сделаем. Ну, электро уберем. Фига он там. Так. Да ты серьезно, что ли? Твою налево, блин, не хватит. Ё, красота, а. Вот если бы я поставил его, все бы хватило бы. Да как так можно обделаться-то, а? Скажи вот мне на милость, ну как так можно было обделаться? Так, где у нас ежедневный задание? Так, давай еще. Так, с картой все это понятно. Тут прокачка у нас. Кто там у нас хочет прокачаться? Нет, не этот. А кто? Так что космо, ребята, очень сильно начинает вот вредить мне же самому. Лич? Ну давай лича прокачаем. Это я, кстати, сейчас, наверное, лича поставлю вместо 100 жетонов коллекционера. Может быть, мне действительно лича поставить вместо... Так, вот тут уберем валькирию. Тоже она ни к силу, ни к городу. Ни к силу, ни к городу. Так, кингпина я брать не хочу. Да ядрен матрен, ну что взять? Лича. Ну, допустим, взял лича. И что еще?
Халка убрать надо. Халка мы уберем. Может, вот этого добавить? Морфа, честно говоря, не хочу брать. Личкло. Один. Он активирует при раскрытии которой карты. Так, после финального перемещается туда, где можно выиграть. Только там, где вы выигрываете. Только там, где вы выигрываете. Так, может быть. Но если я этого возьму, допустим, возьму вот этого, тогда получается не брать, что ли? Так, где у меня... А что, я только одну можно, что ли, брать? Я не понял, ну-ка. Да, только одну. Ладно, ребят, попробуем такой вот. Подожди, не полная кол... Я опять кого-то не добрал, да? Конечно. Колос, броня. Стрэндж. Уничтожает карту, если она переместится сюда на шестом ходу. Переместиться. Джубили, что ли, взять? Она может вытащить рандомную карту, которая нам потом еще и помешать может. Дает вашим постоянным картам плюс 2 к силе. При раскрытии. Короче, возьмем этого. Не знаю, ребят, просто уже фантазии не хватает. Карт мало. Карт мало. Не могу составить себе, как бы сказать. Давай. Зря, наверное, я ставлю. Ну фиг. Хоть что-то поставить. Я надеюсь, что у него не будет электро или еще что-нибудь в этом роде. А то этот санспот просто моментально вылетит в трубу. Но это сейчас не я, у меня, ребят, все нажато. Все прожато, я жду, выжидаю момент. Силенсид. Здесь нельзя уничтожить карты. Он сдается, ребят. Он сдался. Не успели мы поиграть путево. Давай дальше. Так, думал, сейчас немножко разыграем, что-то классно выпало. И на тебе. К тому, кто имеет больше карт. Он сейчас будет сюда единички выставлять, да?
Я могу. Я могу сделать вот так. Вот такой вот он ерундовину сделал. С наибольшей силой. С наибольшей силой. Давай так сделаем и... И вот так. Халла. Точнее, Хелла. С наибольшей силой, да, говоришь? А он изначально идет сколько? Я не помню, блин, сколько он там идет изначально. Не могу вспомнить. Давай так поставим. Кло. Кло. Угу. Бред какой-то делаю на самом деле, ребят. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, непростительно. Что там у нас? К тому, кто здесь имеет больше карт? Ну, мне здесь ничего не сделать. Хотя нет, не получится. Если эту я ему закину. Да опять сдавать придется. Лучше один балл ему отдать. Блин, этот доктор Сминог всю малину, блин, испортил мне. Лич, где ты? Где ты находишься, блин? Его нету здесь. Так, сейчас попробуем, ребят, другие колоды у меня там есть. Сейчас посмотрим. Сейчас сыграем этими. Получает один к стоимости. Морбиус. Угу. Здесь нельзя уничтожить карты. Здесь нельзя уничтожить карты. Давай так сделаем, фиг с ним. Корк. А это еще что такое? При раскрытии Че он там? Подтасовывает две карты скалы. Ага, скалы. Карты противника. Давай так сделаем. Одина порвал. Он порвал, ребята, Одина. Ну, если я сделаю так.
И последний ход, да? Так, тут карта у него откроется. Опять проблемы. Так, волчица, и кто тут? Тогда победа. Тогда, ребят, победа здесь за нами. Так, а теперь давай сыграем. Так, задание выполнил. Ага. Так, сколько? 100 кредитов. Итого у нас 245 кредитов. Дай-ка я гляну, что мы тут можем с тобой. Кого у нас на прокачку? Ты не хочешь? А ты? Дедлок тоже не хочет. Кло? Нет. О, песочный. Песочный хочет. Трехмерным он становится. Фриди. Опа, и осьминожек. Доктор осьминог. Так, 10 бустеров на что? На Хеллу. Так, а я хотел. Так, ребят, сейчас посмотрим. Ну, давай попробуем. Новая экспериментальная. Ой, подожди. Новая экспериментировал как раз на конец сезона. Но я тебе скажу, там жестко было. Под конец сезона просто враг активировался, и у меня вообще там шансов не было. Как сраный веник там летал. Если у вас здесь одна карта только, да? 5 к силе. Да что ты будешь делать-то? Что вы мне даете, блин? 3, 5. Трэш. Что, ему нравится это, да? Ну, пускай ставит. Так, подожди, он куда притягивает вашу карту на эту локацию? На эту локацию, да? С наибольшей силой. Ладно, давай сделаем так. Так, у него блейд. Так, наки. Чтоб тебе. Ну он что он там творит? Так, бишопа у себя урвал. И последний ход у нас. Что будем делать?
Так, ну, наверное, вот так вот переместим. Подожди, нет. Наверное, вот так вот сделаем. Посмотрим. Ай, сдался. Жук. Я тут думал, думал, как и так, и сяк, и на тебе. И нифигашечки, ребят. Ладно, глоток горяченького чая. Нолан. Получайте копию из рук противника. Да ядрен, матрен, ну куда ты спешишь-то, вечно, Рэй, ну ем. Ядрен, матрен. Перемещена на одну локацию влево. Влево. Будем пытаться. Сколько он-то получает? Плюс 5 к силе, да? При перемещении. Плюс 5 к силе. Ну, давай сделаем так. Ну, допустим, так. Задумался, да? Есть над чем подумать, ребят. Оу! Ты серьезно? Ну, хорошо. Хорошо, посмотрим. По идее, он должен притянуть Джессику сюда. И вот у нас последний ход. Ну что, ребята, бомбим этого супостата, да? Сейчас, ой, подожди, надо. Блин. Ну, дьявольскому динозавру не жить однозначно. Что бы он там ни делал, ему все равно крышка. А вот кого он там еще поставил? И все? Я-то думал, там будет что-то серьезное. А тут так, вшивик какой-то. 11 ранг. Так, ребят, 11 ранг. И еще надо попробовать одну колоду, которая у меня тоже. Если я не ошибаюсь, это 15-я, да? Да, это она. Но я бы, наверное, здесь убрал бы лича, скорее всего. И поставил бы верщика. Наверное, так было бы лучше. Ну что, поехали? Подожди. Твою налево забыл. И жалко, эти колоды нельзя подписать.
Какая? 15, да? 15 нужна колода нам. Поехали. Эдисон. Как всегда, ничего. Ничего, блин, хорошего не дадут. Они дали. Росомаху дали. Давай-ка, наверное, ускоримся. Угу. Плюс 3 к силе. Ну что, мне надо будет сейчас мастера меча вызывать. Мастер меча рубанет кого хочешь, только не то, что нужно. Давай так сделаем. С наибольшей силой. Дедлока можно было бы сюда, конечно, поставить. На следующем ходу. Мне нужна Хэлла. Пам-парам-пам-пам. Посмотрим. Ну, вытяни ты этого сюда. Кто у него там? Да кого ты рубанул-то? Ну, блин, ну ты чепушила несчастный, а? Ай, Хэлла, Хэлла. Даже не знаю, ну сюда попробуем поставить. Там. Ну и все, и выиграли мы. Выиграли, ребята. 4 очка, мало, мало. Так, призрачный гонщик. Ну давай еще партийку. Джани. Так, карта здесь получает плюс 5 к силе. Такой выпендреж, блин. Угу. Просто выпендрешь. Здесь нельзя разыгрывать карты Т, которые стоят 1, 2 и 3. Давай. Упс. Броню поставил.
Карта здесь получает 1 к силе. Так. Так, он же... Да, он ломает. Сломал, молодец. Что-то я снэп-то не нажал. Так, смотрим. Avenger! Ну что, бомбим? Такс. Ну, тут... Вариантов не так мало. О, много, точнее. Поехали. Что мы там скинули? Да мы нифига практически не сбросили. Мы уничтожили, да, карты. Но скинуть, по-моему, не скидывали. Сейчас посмотрим. Колос. Так, человек-муравей. Выиграли мы. У нас по очкам победа, ребят. Тут 15, у него 5. Поэтому гуляй, Вася называется. Так, еще одно задание выполнено, да? Забираем. Так, четвертый ранг. Четвертый ранг, и мы забираем с тобой 100 золота. Так, а по заданиям у нас что там? А, мы все... Нет, не все. Разыграйте карты стоимостью 1. Ну, чтобы стоимостью 1, это нам нужно возвращаться опять же в эту колоду. В старую нашу, первоначальную. Поларис. И отыгрывать уже ей. Блин, я не знаю, вот... Ядрен, матрен. Так, а что мне Танос-то? Подтасовывает ваша колода в начале матча. То, что он подтасовывает, это фигня полная. Так, колода на перемещениях, что ли, будет? После четвертого хода все карты перемещаются на одну локацию вправо. На одну локацию вправо. То есть сюда получается, да? То есть все здесь, сюда. Так, очень интересно. Глыбу добавлю. Да мне нечего поставить. Тебе просто 5-4, блин. 6. Я только со следующего хода могу что-то влепить, ребят. Маразм, блин. Ну и чего? Че он там? Карнейджа ждет? Или чего? Или дедлок? Че он хочет здесь сделать? Дракулу поставить? Дракулиту своего?
Ну, давай так попробуем. Я не знаю, что у него там, ребята, на уме, что он там хочет влепить. Ну, Карнейдж однозначно, наверное, будет. Ага. Вот так вот, да, значит? Сдался. Сдался, ребята. Он, ну, он понял, что там дело пахнет керосином. Так, а у нас прокачивается карта одна. Я даже знаю, какая. Вот это вот. Новую рамку он получает. Барон Морда. Барон Морда, ё-моё. Ну что, еще один бой на дорожку, как говорится. Давай сыграем 15-й колодой. И будем на сегодня закругляться. Как раз мы, по-моему, в следующий ранг перейдем, да? Нам не хватает там, по-моему, чуть-чуть. Не бойся, я не кусаюсь. Вот я посмотрел, ребята, вот эти не бойся, я не кусаюсь. Там, это знаешь, где находится? На каких рангах? Что он там мне дал? Грута. Так, у него тоже новое. Это уже, ребят, настораживает. Да ты серьезно, что ли? Ты... Я не удивлюсь, если сейчас у него тут... Отлично. Грут. Так. Че, вот так вот просто брать тупо и уничтожать? Хэллу сбросили, да, мне? Ну, гаденыш. Хэллу надо возвращаться. У него дед, у него смерть там. Девять, двенадцать. Блин, у меня этого нету, а? Незадача. Ну и как вот здесь быть? Никак, ребята, тут уже ничего не получается у меня. С этой говнюхой, вот с этой вот диатической. И этого нету, да? Который если бы у меня сейчас был бы. Как его, блин, придется еще, ребята, партию играть. Этот был бы, как его звать, скажи, я скажу тебе. Дракон или как он там? Сейчас покажу тебе, про кого я имею в виду. Как его там величать-то? Вот он. Шан-Чи, Шан-Чи. Если бы он был, тогда бы да, мы бы... Кстати, а почему у меня его нету? Шан-Чи здесь как раз-то и нужен, по идее. Как страховка.
как страховка. У меня на сбросах только лишь двое. Вот этот и вот этот. Ой, вот этот и вот этот мастер меча. Все, ребят, больше у меня нету, кто бы мог что-то там сбросить. Нету, если бы он мог бы сбрасывать. А, вот. Вот его, кстати, надо бы еще взять. Карнейдж. Давай, наверное, удалим. Не, нафиг, Шан-Чи. Давай обратно вернем. Да где дедлок? Вот он, дедлок. Все, попробуем. Шан-Чи. Ну, вот против Венома вообще, ребята, бы круто он заходил. Но опять же, угадать надо, где он там поставит своего Венома вшивого. Вот Апокалипсис я практически, ребят... Так, первый, который запомнит. Ага. Вот Апокалипсис. Очень, ребята, редко его разыгрываешь. Очень редко. Что он там ставит? Вот оно что. Можно перемещать карты. На шестом ходу. Это как специально сделали. Добавляет двух рапторов. Давай так сделаем. Хотя рапторов, наверное, надо было жрать. Они не здесь. Чё ж ты не с этим-то объединился, а? Здесь, наверное, так вот сделаем. Так, перемещалка. Давай бомбанем тогда. Так сделаем, наверное, и вот так. Подожди. Да епарасете, блин. А как я его потом буду уничтожать? Росомаху. Росомаху-то как я буду уничтожать? Да никак. Что там вскользь бросил, что-то непонятно чего. Последний ход, последний ход. Так, он сейчас что-то поставит такое неприятное. Только что и куда? Ну, давай смотреть.
Что-то растусовал там, растусовал-то. Ага, у него фокус не получился, ребята. Фокус-то у него не получился. А мы с вами переходим на 12 ранг. И Карнейдж еще и прокачается у нас. Так, где-то у нас Карнейдж. Ядрен Матон, все красным, блин. Дедлок не хочет прокачиваться. Карнейдж, ты же дешевый, по-моему, вот он. Блин, подожди, его он не хочет. Секунду, а кто же тогда? 5 карт хотят прокачаться. Мастер меча, понял. Трехмерный. Все. Еще 2 бонуса в плюсе. Да. Ну что, дорогие друзья, на сегодня я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.